пришли наши фотографии из фотошутинга. И забегая вперед, скажу, что они шикарные. Я очень довольна оказалась этим фотошутингом и фотографией. Но почему это именно так? Давайте немножко сделаем рюкблик в прошлое, когда я ходила беременна Эммой, мы тоже делали фотосъемку. Я тогда просто выбрала стратегически удобного фотографа, к которому не надо далеко ехать. И немец был, пожилой дядечка, и, ну, я не сказала бы, что я прям в восторге была от тех фотографий. Они какие-то именно старомодные, стандартные позы, скучный фон, какие-то они темные, я бы их все осветляла бы. Все равно я смотрю на них с теплом, потому что вспоминаю то время, мы тогда только переехали в эту квартиру, и все так было волнительно и впервые. Но именно вот фотографа как фотографа, ну, не сливки, я сказала бы так. А в этот раз все по-другому. Я прям просто в свинячьем восторге. Посмотрите, какая пришла нам коробочка, нежная такая. В коробочке внутри есть диск, а также визитная карточка, всякие разные карточки. Ну и сами фотографии непосредственно в размере, по-моему, 13 на 15. Мы заказывали вроде бы макси-фотошутинг называется. Это два наряда для беременной и 10 распечатанных фотографий. Я сама буду смотреть на эти, а вам покажу здесь в виде картинки. Надеюсь, так сработает, получится все. Боже мой, какие фотографии! Они такие нежные, такие красивые, такие, ну не знаю, стильные что ли. И в любом случае не скучные, и мне очень понравилось. Окей! И сама съемка, атмосфера съемки, и студия Эмма там вообще, она цвела и пахла, она залезла везде, посмотрела все декорации, попримерила все себе на голову. Вот обратите внимание, у нее очень разные головные уборы, где-то ушки, где-то цветок, который мы сами из дома приносили, где-то еще какие-то ободки. В общем, Эмме там было очень весело. И из всех фотографий мне пришлось выбрать 10, выбирать было очень трудно, потому что они многие из них очень-очень классные. И вообще прикольно получилось. Вот это да, вот это для меня память. Девушка, которая нас фотографировала, она сама русская. И за рекомендацию я получала бы бонусы. Так что если вы из Гамбурга или окрестностей Гамбурга, если хотите, ищите фотографа для фотошутинга красивого, обращайтесь ко мне, я могу вам ее порекомендовать. Тем более, что Рождество и Новый год на носу, тогда тоже очень приятно делать семейные фотографии и фотошутинги. Тоже память очень прикольная, хорошая. В общем, я оказалась сама очень довольная и своим выбором, и фотографиями, и поэтому со спокойной совестью могу вам тоже рекомендовать этого фотографа. Всем привет! Сегодня сбылась Эммочкина мечта. Мы приехали в Рабат. Эмма, ты рада? Эмма давно мечтала, уже несколько раз говорила: мам, поехали в Рабат. И мы решили, что да, надо съездить, пока лялька не родилась, а то потом неизвестно, когда выберемся. Приехали. Рабат – это игровой зал. Огромный. Играли, проголодались, решили немножко подкрепиться. У меня хот-дог. Эмма сейчас есть списку, не смотрела. Красота сама едет, вообще сама.
поехали домой, по дороге закупили целую сумку продуктов и вкусняшки. Какой у тебя донат? Футбольный? Круто! А я себе взяла кварк Бельхен, сейчас кофечка попьем. Мне очень захотелось разноцветные яйца, они круглый год продаются, и поэтому вареные уже мы часто едим на завтрак. Эмма в машине немножко поспала, отдохнула, освежилась, а мы приехали домой такие уставшие, такой диссонанс. Мы часто играем в игру на кассе. Кто может лучше угадать, сколько стоят все продукты сегодня? Сегодня я выиграла, сегодня я угадала. Сумка продуктов за 60 евро. Ты выиграла. Эмма всегда хочет быть победительницей. Как тебе понравилось в Рабатце? Хорошо. Хорошо понравилось. Все понравилось. А я когда спрашиваю, а что тебе больше всего понравилось, что ты отвечаешь? Все. Эмма всегда отвечает, все понравилось. Но сегодня она сказала горка. Желтая горка, да? С папой было весело с горки кататься. Она правда шикарная, эта горка. Пока ждем, пока приготовится наш ужин, мы тут с Эммой решили поиграть. Эмма уже сбросила свои штаны, как обычно. Ну, понятно. Чувствует себя как дома. У наших куколок завтрак. Эмма, это будет ресторан или просто они дома завтракают? На улице завтракают. О, гриль делают. Гриль на улице, круто. Да. Вот. А вот эта вот девушка, это красотка. Сосиски. Вот это сосиски. А вот здесь суп. О, отличный гриль. Вот эта наша красотка пиналась все то время, пока мы были в Рабатце. Ну или почти. Первые полтора часа точно. Она там вообще ходуном ходила. И я примерно знаю почему. Там было очень шумно. Все дети бегают, прыгают, визжат, пищат, смеются. Кто-то плачет, кто как. Ну фон такой очень шумный. И, наверное, она слышала все эти звуки и поэтому пиналась сначала. Но потом сдалась и уснула последние там полчаса, наверное. Может, час. Так, гриль готов. Гости пришли. Всем нашли место. Всем нашли угощение. Начинаем. Здесь всегда такое плохое качество съемки, потому что у нас в детской комнате искусственный свет очень слабый, плохо освещает, и на камере все плохо всегда видно. У меня нет никаких софтбоксов, ничего, никакой подсветки вообще. И мечтаю. Мечтаю о хороших каких-то Ausrüstung для видеосъемки, для канала. Но пока только так. Пока никак. Ой, какой вкусный тортик. И пить хочется. Тебе налить? Я запью. Так, стаканчик. Хороший стаканчик. Не, это не стаканчик, это тоже сок, клубничный. А, отлично, сок, прекрасно. Угощайтесь, гости наши, сейчас будем дальше играть. На ужин у нас тушеные овощи, или как, овощи на пару. А у меня? И фрюлингсроллен. И у тебя, конечно, тоже лапочка. Вот. Легкий овощной ужин, хотя фрюлингсроллен, они, конечно, жирноватые, но мы их в хологен офен подготовили. Немножко овощей ко всему этому. Таких готовых. Укладываемся спать. И ночничком у нас служит вот такой вот симпатичный глобус с подсветкой. Willst du doch, dass Papa kommt? Wirklich? Das haben wir nicht abgemacht. Эмма уже в пижамке. Пьет свою полкружечку молока перед сном. И будем ложиться спать.